Предпраздничная новогодняя суета приобретает еще более глубокий оттенок, когда ты не только продумываешь меню на свой стол и выбираешь подарки родным, но еще и отвечаешь за все онлайн-заказы наших гостей. Меня зовут Сергей, и я отвечаю за доставку любимых продуктов к вам домой. Сегодня мы решили показать вам, как выглядит процесс доставки заказов от создания предзаказа до того момента, когда продукт или блюдо, или напиток попадет к вам на стол. Иногда такое бывает, что тебе хочется тот продукт, который продается в каком-то определенном магазине. Ты туда приходишь в надежде купить его, а в наличии этого продукта нет. А когда заходишь в приложение, видишь надпись «Нам очень жаль» или «Будем знать, что нужно привозить больше». Но эту проблему гостя никак не решает. В Cookraver, если вы любите именно шоколадный чизкейк, вы можете заказать его заранее, и мы для вас его привезем и никому, кроме вас, не отдадим. То есть это очень удобная функция. Для тебя резервируют самый свежий продукт, приди, забери, без какой-либо доплаты за этот резерв. Или, предположим, вы увидели в телеграм-канале Sommelier Cookraver очень вкусное описание вина, да еще и со скидкой. А в ближайшем Cookraver его нет. Это тоже просто решается. Вам не нужно ехать по всему городу в другой магазин. Можно просто оформить на приглянувшееся вино онлайн-заказ в мобильном приложении, выбрать удобную дату и необходимое количество, хоть одну бутылку, хоть пару ящиков. Готово. Например, банкетное меню или торт с праздничным украшением, то на них обязательно нужно делать предзаказ, ведь эти продукты просто так не купишь в магазине. Дело в том, что мы к их производству особенно индивидуально подходим. Шеф будет запекать утку именно под ваш заказ, тоже и с тортами. Кондитеры будут готовить их специально для вас. В заводах наши коллеги работают круглосуточно в две смены. То, что производят ночью, рано утром отправляется по магазинам, где сразу сортируется. Часть продуктов выкладывается на витрины, а часть предзаказа сразу собираются для выдачи гостю, минуя магазинные полки. Важно то, что разные продукты хранятся в разных температурных зонах до того момента, пока вы или курьер не заберете их. Чтобы самовывоз был комфортнее и не приходилось стоять в очереди, мы будем собирать для вас заказы всю ночь накануне праздников. В каждом нашем магазине в Москве ночью будут трудиться сборщики, которые оперативно будут принимать ваши заказы с производства, сразу частично упаковывать, чтобы вы могли забрать заказ прямо с утра. Поэтому годный лайфхак – оформить предзаказ. В магазине вам не нужно стоять в очереди и брать бейдж. Просто подойдите к продавцу мясного отдела и назовите номер заказа на самовывоз. Продавец выдаст заказ и сам оформит бейдж, по которому вы сможете без очереди произвести оплату на кассе самообслуживания. А еще в онлайн-заказ на самовывоз можно добавить алкоголь. Так вам не придется ходить в разные отделы и забирать два заказа. Весь заказ вам выдаст продавец мясного отдела. Предновогоднее время и для нас, и для курьеров особенно горячее. Поэтому мы делаем максимум для того, чтобы доставка работала как надо. Поверьте, заказов очень много. При этом, несмотря на все наши усилия, может мешаться плохая погода и прочие внешние факторы, что сильно усложнит возможность доставить заказ вам домой. Поэтому рекомендуем вам по возможности выбирать функцию самовывоза. Сделайте заказ на сумму 2000 рублей, заберите его в магазине, а мы подарим вам чашечку ароматного кофе или чая из нашего кофе-бара, чтобы сделать ваш поход в магазин еще чуточку приятнее. Пусть ваш Новый год будет добрым, а все загаданное и запланированное исполнится.